Либо провалился там где-то. Ай-я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 й, долететь! Да это... Да это... Это что? Это что? Я в бешенстве, ребят, это что? Ребята, всем привет, вы на канале Пап Фан Машинки, и сегодня я поиграю в MMX Hill Dash, Hill Climb, ребята. Да, давненько я в нее не играл, поэтому решил зайти посмотреть, чего у нас тут новенького вообще есть. Так, возможно, новые трассы появились. Нет, ребята, все так же, все по-старому. Вулкан 3, марафон. Вот это самая, конечно, у нас самая чумовая трасса, последняя. Она самая длинная получается. Да, я там даже до конца не доехал. Да. Или доехал, третье место занял, понятно. Так, ну что, давайте сегодня порезвимся. Ух ты, вот здесь рывок. Рывок, ребята, я тут даже... А, даже не открыто. Ничего себе, дай сомнением бой. Сомнением бой, гони на полное. Соверши город рывок в классика 0.45. Заверши город рывок. Подождите, город рывок. Мне нужно завершить вот эту вот... Вот эту трассу на тачке... На тачке классика. Вот эту трассу на тачке классика. Ой, подождите, она тоже закрыта. Пройди трассу марафон Big Air. Марафон Big Air. Вот эту трассу я должен пройти. 2 минуты 40 секунд. Вот она тоже, похоже, что-то длинная очень. Давайте-ка заценим ее для начала. Автопоезд. Ну, автопоезд, окей. Золотой только оставим. Так... Давайте-ка за... Ой-ой-ой, заценим. Заценим эту трассу для начала на этой нашей... на этом тягачке, ребята, с желтеньком. Ой, а чё-то он на зверюге, по-моему, едет. Нет, не зверюга. Или зверюга. Ребята, чё-то я забыл, как выглядит наша машиночка. Самая последняя, зверь. Это, по-моему, она, да. По-моему, она. А может, не она. Ладно, сейчас проедемся и посмотрим, это она или нет. Нам нужно проехать... Подождите, проехать. Проехать-то понятно, я же должен был взять, наверное, тачку классика, чтобы... И поставить на ней рекорд на этой трассе, чтобы открыть следующую трассу. Так, ладно, пробный заездик, испытательный. Я уже давно не играл в эту игру. Да, в эту игру, в MMX Hill Dash, я уже что-то давненько не играл. Поэтому сейчас проверим на желтеньком нашем золотом грузовичке. Ай-яй-яй, эту трассу. Ай, только заедь, спасибо. Так, я надеюсь, соперник вообще остался внизу. Нет, дымится, смотрите, он паровозит, там его колеса просто дымятся, значит, он едет впереди. Ага, едет, но мы его потихонечку догоняем. Так, все за ним там рушится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что здесь? Что? Что? Ничего страшного, летим. Ух ты, я даже его догнал. Так, что там будет дальше, я пока не знаю. Ай, но, наверное, что-то очень опасное. Поэтому не будем суетиться. И едем аккуратненько. Да что ж ты будешь делать-то? Есть, отлично, все нормально, ребята. Только что-то он меня пытается догнать. Эй, соперничек, не догоняй. Ух ты, ребята, сколько уже по времени еду, не знаю. Эй, а нет, у него тоже должны быть там всякие тут трубы. Да, я не должен был один ехать по этим трубам, а у него ровная дорога. Ой, вот здесь можно упасть. Нет, ай-яй-яй-яй, все-таки упал. Да, это было сделать непросто. Так, 2.47, это минималка. Ничего себе, трасса реально огромная, длинная. Так, подожди, давайте еще раз проверим Big Air. Big Air, вот чтобы открыть этот рывок, пройди трассу марафон Big Air. А, просто ее пройти получается, понятно, давайте-ка возьмем тогда. Так, это у нас зверюга, у нас зверюжечка, зверюжонок. А он мой соперник, это предпоследний. Это вот на ней, вот на трофи-траке он ездил. Так, гонщик, я не знаю, возможно, гонщика возьмем. Или попробуем на зверюге SX2. Давайте-ка на оранжевой зверюге попробуем, испытаем.
Возможно, даже что и получится. Все-таки наша тачка лучше, чем у соперника. Да соперник-то у нас вообще, как бы, этот, на третьем месте. Да что ж ты будешь делать, ребят, нет. Мне не нравится на этой тачке здесь гонять. Поэтому возьмем гонщика SX2. И погоняем на ней. Вот она сейчас у нас, в принципе, должна побить рекордик. Если, конечно, вообще доедем до финиша. Ой, да что ж такое-то? Чё так сложно-то все? Почему все так сложно? Так, соперник отстал. Опа, есть, залетел, здорово. Так, что там дальше-то? Дальше у нас пока все гладенько пойдет. И скоро начнется, ребята, скоро начнется. Смотрите, какой пейзажик. На заднем фоне у нас какие-то там постройки. Прям посреди озера, океана, моря. Ребята, я не знаю, что это такое. Либо река такая здоровая, речка, либо такая здоровая. Так как видно чуть дальше там какие-то горы. Возможно, даже речка такая огромная, просто широкая. Да что ж ты будешь делать? Был бы еще спидометр, с какой скоростью мы едем, показывал. Было бы вообще здорово, да? Чтобы видно было, на какой скорости едет наша тачка. Да, если создатели, кстати, ну добавьте нам спидометр, пожалуйста. Да, добавьте спидометр, чтобы мы видели... На какой скорости едет наша тачка? Было бы очень здорово, да, ребята? Вы поддерживаете такую идею, такую затею? А? Поддерживаете затейку со спидометром? Было бы неплохо, да, чтобы видно было, какую скорость выбирает определенная тачка. Так, ладно, едем. Не просто едем, мы летим. Наша тачка летает постоянно, что-то прям просто подлетает. Так, кто следит за моими выпусками, тот знает, что в MMX Racing я купил вот эту тачку. Да, она там называется Zoltan Zenit. Да, она так называется, Zoltan Zenit. В той игре MMX Racing она называется Zoltan Zenit. Так, ребята, вот здесь опасно начинается опасно, все начинается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот здесь не упасть. В тот раз провалилась моя тачка, грузовичок мой. В этот раз провалился в этом месте. На этот раз, смотрите-ка, есть, возможно, даже на рекордик иду. Если, конечно, не будет где-нибудь ямы. А то бывает такой, едешь такой себе нормальный, бах, провалился в яму. Посреди трассы какая-нибудь яма оказывается. Ой, не заеду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, где соперник? Ничего себе, он залетел уже. У него отрыв, у меня-то отрыв-то минимальный был, получается. Ничего себе, ребят, это плохо. Вот, кстати, провальчик был, видели, да? Это что за дела-то, а как? Как мне поставить рекорд на этой трассе, если соперник даже... Даже соперник уже меня обогнал на своей дурацкой тачандре. На трофи-траке он меня уже обогнал. Либо провалился там где-то. Ай-я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 й, долететь! Да это что? Это что? Я в бешенстве, ребят, это что? Это что сейчас было? Создатели, я у вас спрашиваю, это что сейчас было? Ребята, придется повторить. А может, все-таки есть смысл на трофи-траке здесь погонять, а? Как-то все-таки... А, давайте вот на этой громадине попробуем, она легкая. Вот она здесь будет летать, это точно. Она будет скакать. Летать, наверное, будет. Так. Так. Опа. Я до финиша не доехал. Обидно, ребята, реально обидно. До финиша там чуточку оставалось. Да, и под самый конец уже... Ну вообще, я расстроился. Нет, на этой тачке я даже соперника не могу догнать. Так, ну он на трофи-траке что-то прям чудеса какие-то творит, ребята. А может на танке здесь попробовать? На танке, я не знаю, на танке, наверное, на бугры, на эти-то в легкую я не смогу заехать. Ну попробовать можно, конечно, но не знаю, не факт. Так, ну броневичок как вариант тоже взять. Испытать. Задел хвостиком, ну и слава богу. Я, в принципе, уже думал о замене этой тачки. Подождите, угонщик.
Угонщик. В принципе, он тоже прикольно едет. В принципе, тоже прикольно едет. Давайте-ка на ней тоже сейчас попробуем заездик совершить. Что там? Что там творится? Ну, пока все нормально. Давай, давай, залетаем, залетаем. Так, подарки уже растерял. Так, вот это вот активатор бомбы еще прям посреди крыши такая торчит какая-то штучка, да? Между рожками. Ну, придумали, конечно, придумали. Так, смотри, неплохо еду пока. Неплохо, очень здоровски даже залетает. Смотрите, как прикольно. Ну, угонщик, он, в принципе, ехал нормально. Ладно, посмотрим. Ай, ай, да что ж ты будешь делать? Я только сказал, что она едет нормально, и на тебе. Приехали. Так, танк, иди-ка сюда, танк. Поехали. Давай, ох ты, какой-то тяжелый, но все-таки заезжаешь. Давай, давай, не, ну, против трофи-трака ты, конечно, здесь не сможешь. Не, ребята, ребята, он реально тяжелый. Вот, ой, как ты заехал, я даже не знаю. Опа, давай, 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 не, ну, реально тяжелый, ребята, если дать назад... Он даже провалится, да, вот это оборвет все, все на свете оборвет и провалится. Эй, а что ты не обрываешь-то? Я хочу посмотреть, как ты обрываешь эту штучку. Вау! Все, сложился наш танк. Все-таки оборвал. Молодец, молодец. Нет, на этой трассе что-то у нас совсем не то. Так, зверь SX, вроде бы ты самый чумовой здесь пока на данный момент, что-то... Все равно медленно едет, ребята. Броневичок. Давайте заценим. Золотой броневик. Вау! У тебя 6 колес, и ты должен просто карабкаться по этим бугорочкам. Должен, но не карабкается, ребят. Да что ж ты будешь делать-то, а? 6 ведущих колес. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Давай, 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 давай. Немножечко с тобой тоже на этой тачке прокатнемся, ребята. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Я вижу соперника! Я дышу ему в спину. Я догоню тебя на броневичке, чтоб тебе было обидно, что тебя какой-то броневик догнал. Нет, не догоню я его, ребята. Очень-очень-очень медленно. Не, ну на этой трассе нужно выбирать что-то серьезное. Здесь. А почему на Monster Truck'е рекорды поставлены, а, ребята? Почему? Так, давайте-ка все-таки последний разочек попробуем на гонщике, только. Только возьмем. Не, ну придется гонщика SX1 брать. Да. Так как она уже идет самое, ну, максимальное улучшение, там 12 уровень всех характеристик по 12 уровню идет, это максимально, больше уже невозможно, дальше уже SX идут, как бы идут SX. А! Это что за дела-то, вот здесь нужно было тормозить, дать перезапуск. После SX1 идут уже как бы просто замена цвета. Цвета меняются тачек, а характеристики уже не повышаются. Так что SX... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 12 уровень улучшения характеристик — это максимально, ребята. Не. Давай, давай, ну... Пуля, лети, лети, пуля, скачи. Мы должны с тобой поставить рекорд. Рекорд этой трассы. Так, 3 минуты. 2,5 минуты, давай. Ай, не заеду же. Не заеду, не заеду, не заеду, не заеду. Ой, а соперник перелетел. Это нечестно. Он опять меня обогнал. Нет, так не годится. Я видел его тень. Так, а как мне этот в том месте нужно как-то притормозить и нормально заехать? В том месте. Сейчас доедем. Если, конечно, я не забыл, где он находится, это место. И... Стоять, стоять, стоять. Это вот здесь, по-моему. Опа. Вау, ничего себе, он пролетел, видели? Вот это гонщик, настоящий вот чувак, просто залетает. Эй, опять я не угадал.
Так, ладно, будем ехать максимально быстро. Не знаю, что из этого получится, но попробуем максимально быстро мы сейчас проехаться. Не будем нигде тормозить. Ай-я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 й
за дела-то? Это что за какашка вообще творится? Ладно, ладно, значит так вы решили, да? Тогда я беру тоже такую же тачку, как у вас. И пробую на Monster Truck'е. Так, поехали. Что-то они прям здоровски так едут на ней. Мне просто интересно, а чем она так хороша-то? Ать! В моих руках, похоже, ничем не хороша. Что-то я коряво еду. Не получается. Давай уже, ну давай, давай. Прыгает, что-то скачет, что-то прыгает, скачет, что-то пытается что-то сделать, ребята. И вроде бы что-то и получается, но медленно все это дело идет. Все, я газую, максимально газую, я тормозить сюда даже не буду. А, вот здесь. Ага! Ага! Только не переворачивайся! Вау, вот здесь просто залетел соперник. Смотрите, он просто залетает. Как он это делает? Я не знаю, как он это делает. Как он это делает? Нет, похоже, я здесь не смогу пройти. Так. А, кстати, сколько стоит открытие? 60 тысяч G-монеток. 60 тысяч. Вот это вообще 80 стоит. Угу. Завершить снег рывок в трофи трак. Снег рывок нужно завершить. Он еще закрыт. Да, это все у меня закрыто. У меня вулкан зато открыт. Ладно, на этом тормознем, ребята, да? Немножко пофанились. Да, поиграли немножечко, посмотрели, что у нас новенького. Ничего нет у нас, кстати, да, ничего нового не добавилось. К сожалению. Будем ждать обновления, когда оно будет. Да, посмотрим, может, новые тачки добавят. А кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео. С вами был Папа Фан Машинки, до новых встреч и всем пока-пока.